Долг, которого не было. Участники преступной группировки вымогали деньги у бизнесмена, но поплатили за это и теперь рискуют лишиться свободы. Сотрудники Росгвардии, полиции и ФСБ поставили точку в их незаконной деятельности. В отношении интернациональной банды, в которую входило 5 доморощенных коллекторов, возбудили уголовное дело. Из его материалов следует, что группа занималась мошенничеством и вымогательством в особо крупном размере. В качестве мишени злоумышленники выбирали бизнесменов. Долги оказались выдуманными, но деньги и другое имущество на их погашение под давлением шли вполне настоящие. Так, один из коммерсантов оценил собственную безопасность больше, чем в 4,5 миллиона рублей. В феврале 2023 года члены преступного сообщества, оказывая психологическое воздействие под угрозой физической расправы, принуждали руководителя бизнес-структуры передать им денежные средства в размере 1 250 тысяч рублей, а также личный автомобиль предпринимателя стоимостью более 3,5 миллионов рублей. Всем задержанным предъявили обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Продолжается расследование. Его завершение фигуранты будут дожидаться за решеткой. Их заключили под стражу на 2 месяца.